Кросс-нации в районе по-прежнему самое массовое соревнование. Особых навыков и экипировки не требует, доступно каждому. У нас сегодня погода хорошая, около 300 участников, от мала до велика. Самому младшему там 4 года, старшему 70+. Спортивным задором охвачены все, от детсадовцев до пенсионеров. С каким настроением побежишь? Хорошие! Место какое должен принести сегодня? Первое, не знаю, второе, третье. И бежать вообще хорошо, ноги качаешь вообще. Кросс затягивает. Кто пробежит один раз, обязательно вернется и на следующий год, чтобы результат улучшить или повторить. Мы за спорт, плюс мы уже занимали золотую медаль. Сегодня мы ее подтверждаем. Смотрим под ноги, не толкаемся, силы рассчитываем. На старт! Бат! Сюда приходят целыми коллективами, классами и группами. Пробежал сам, поддержи и другого. Мы из гимназии, мы пробежали. 2 километра. 2 километра, да. Болели за своих, за наших мальчиков из гимназии, за всю гимназию болели. Всех поддерживали. Да. Гимназия своих не бросает. Данил Попов регулярно не тренируется. Вуз, армия, теперь работа, некогда. Но еще в школе профессионально занимался лыжами и легкой атлетикой. Этой базы хватило, чтобы стать лидером номинации от 18 до 29 лет. Дистанция хорошая. Хороший был забег, погода сегодня тоже хорошая. Все для того, чтобы показывать результаты, получать удовольствие от забега. Кросс любит и за эмоции. Здесь есть место и радости, и разочарования. Но все это только повод, чтобы через год снова собраться вместе и пробежать свою дистанцию.